Праведник, как ты? В лучшей форме, чем ты, жердяй. Жердяй. Серия GTA — одна из самых популярных в мире видеоигровых серий. Почти каждый слышал об играх GTA, и у каждого свои ассоциации с этой серией. Некоторые ассоциируют ее с мемами вроде «Миссии с поездом» и «Заказом Биг Смоука». Кто-то ассоциирует с 11-летками, орущими в микрофон в GTA Online. Другие думают об отстойных кликбейтных видео о GTA на YouTube. Надоели хайповые жанры лутбокса в играх за 2000 рублей? Проверенный временем Action War Thunder ждет тебя! Открой и прокачай более 1000 единиц военной техники, начиная с винтажных бипланов и первых танков, заканчивая реактивными самолетами и современным Т-64А. Совсем недавно в War Thunder появилась еще и французская авиация. Оцени мощь передовых технологий в бою на десятках разнообразных локаций по всему миру. Новички смогут легко освоиться в аркадах режиме, а реалистичные бои бросят вызов опытным игрокам. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай ценные бонусы. Но обычно первое, о чем думают люди при упоминании GTA — преступление. Сама игра носит имя преступления, что о чем-то договорит. Одна из наиболее пропитанных тематикой преступлений миссий — миссия в GTA San Andreas под названием «Ты едешь в Сан-Фьерро». Перед началом миссии Си-Джей приезжает на большую ферму, принадлежащую хиппи и теоретику заговора по имени Праведник. Чуть ранее офицер Тен Пенни, коп, шантажом заставивший Си-Джея на него работать, попросил его забрать у Праведника большую поставку травы и привезти ему. Когда Си-Джей приезжает на ферму, Праведник говорит, что набил травой фургон, который он называет Mothership. Когда они разговаривают, слышится гул полицейского вертолета, нашедшего ферму с травой и запрашивающего подкрепление. Мы понимаем, что это подстава, и офицер Тен Пенни вызвал копов, чтобы те арестовали Си-Джея и Праведника. Оценив ситуацию, Праведник в панике достает из-под машины два огнемета. Ну, как всякий нормальный человек. Затем он просит Си-Джея, вместо того, чтобы убегать от вертолета, помочь сжечь всю траву на ферме, пока не прибыли копы. Но приятно то, что копы дают всем знать, когда они прибудут. В общем, когда они сжигают всю траву, Си-Джей и Праведник идут к фургону, чтобы уехать. Си-Джей говорит, что с вертолетом на хвосте сбежать не получится. И Праведник просит Си-Джея заглянуть в багажник. И Си-Джей достает укомплектованный РПГ, который Праведник там зачем-то хранит. Си-Джей берет его, стреляет и сбивает вертолет, что позволяет им скрыться и уехать в убежище в Сан-Фьерро. Дофига урона! Эта миссия — прекрасный пример того, почему люди ассоциируют игры GTA с преступлениями. В ней их куча. Хранение оружия, убийство, поджог, вождение без поворотников, массовое выращивание наркотиков и гораздо больше, что делает ее классической для GTA миссий. Но самое безумное — это количество травы на ферме Праведника. Если для ее поиска использовали вертолет, то количество должно быть огромным. В этом ролике мы рассмотрим наркоимперию Праведника, ответив на несколько вопросов. Во-первых, сколько травы росло на ферме? Во-вторых, сколько травы было в фургоне Праведника? И в-третьих, сколько она стоила? Сначала мы выясним, сколько травы росло на ферме. Чтобы это выяснить, давайте осмотрим устройство его фермы. Как мы видим, Праведник растит траву в 5 прямоугольных рядах рядом с домиком. Площадь ряда 12 кустов на 3, или в общем 36 кустов. Умножаем на 5 рядов, и получается 180 кустов. Но помните, это не все, что растет на его ферме. Помимо этого, на этом поле есть еще 3 ряда, 18 на 3. Они равны 216 кустам. И в общей сумме у нас получается 396 кустов. Трудно сказать, сколько граммов травы на каждом из кустов, потому что они разные. Но поскольку Праведник опытен в выращивании травы на улице, можно предположить, что в среднем с одного куста выходит 500 грамм травы. При таком раскладе можно утверждать, что у Праведника на ферме росли кусты на 198 тысяч граммов травы или почти 7 тысяч унций. Но, естественно, это не вся трава Праведника. В его фургоне также есть трава, выращенная для Си-Джея. В ролике перед миссией Си-Джей говорит Праведнику, что в машине, наверное, тонны две травы. И в ответ Праведник говорит, что там 3 тонны.
И это кажется невероятным количеством, ведь так оно и есть. Более того, я не уверен, что можно уместить столько травы в его фургоне. Но я не профессиональный торговец наркотиками, так что это нужно проверить. Давайте посчитаем и узнаем, сколько травы может поместиться в машине праведника. Для этого нам надо узнать вместимость грузового отсека его фургона. Фургон праведника – раскрашенная версия внутриигрового автомобиля «Кемпер» и напоминает Volkswagen T2. Поначалу я хотел сравнить «Кемпер» с его реальным прототипом и использовать объемы грузового отсека Volkswagen T2 для своих подсчетов, но оказывается, что «Кемпер» из GTA San Andreas длиннее, чем в реальности, так что не выйдет. Чтобы решить эту проблему, нам надо сравнить «Кемпер», взяв за основу то, что можно измерять как в самой игре, так и в реальности. Осмотревшись, я решил, что в качестве основы лучше всего использовать автобус, известный как Coach. Причина, по которой по нему хорошо мерить, то, что он является точной копией 102B3 от Motor Coach Industries. Его стандарт в США 40 футов в длину, 11 в высоту и 8 в ширину. В результате сравнения пропорций Coach и Кемпер по отношению к автобусу фургон оказывается равен примерно 20 футам в длину, более 6,5 футов в высоту и примерно 6 футам в ширину. Теперь мы хорошо представляем себе размеры фургона, но нам нужно выяснить не это. Мы должны узнать его вместимость. Для этого нам надо отнять части фургона без мест для хранения и узнать вместительность того, что останется. Праведник и Си-Джей не складывали ничего спереди, потому что там они будут сидеть, так что убираем переднюю кабину. Еще нужно убрать расстояние между полом и землей, ведь колеса поднимают машину и появляется много лишнего места, не являющегося ее частью. Наконец, поскольку Кемпер основан на Volkswagen T2, его мотор находится сзади. И это пугает, ведь значит Си-Джей вытащил РПГ прямо из двигателя. Поэтому нам нужно также исключить двигательный отсек из объема фургона. Лучше всего разделить фургон на части, и двигатель будет находиться в нижней правой части. Сделав это и узнав длину каждой из сторон с помощью пропорций, мы узнаем примерные размеры машины. Они не стопроцентно точны, но достаточно близки, и этого нам достаточно. Теперь мы можем узнать кубическую площадь оставшихся частей, умножая длину, ширину и высоту этих частей. Например, вместимость нижней части будет равна высоте, умноженной на длину и на ширину машины, и получается примерно 200,5 кубических футов. Звучит просто, но сложности только начинаются. Если взглянуть на кемпер сзади, можно заметить, что верх и низ фургона совершенно разных размеров. Здесь его ширина чуть больше 5 футов, а здесь он почти 6 футов в длину. Это затрудняет измерение верхней части, ведь она трапециевидная, а не прямоугольная, как нижняя. Если мы просто умножим высоту, длину и ширину, как в случае с нижней частью, мы включим в наши расчеты эти два пустых треугольных участка, в которых ничего не может храниться. Тогда наши расчеты стали бы совершенно неточными, так что нам нужно как-то это учитывать, когда мы будем рассчитывать грузовое пространство. Простейший способ это сделать – узнать площадь поверхности задней части фургона, а затем умножить ее на длину машины. Как я говорил ранее, сзади машины напоминают трапецию, так что нам нужно использовать формулу площади трапеции, то есть А плюс Б разделить на 2 и умножить на высоту, где А и Б – основание. Вставив числа, мы видим, что площадь трапеции равна примерно 13,79 квадратным метрам. А затем умножаем ее на длину верхней части и получается 194,25 кубических футов. Значит, в общем фургоне может содержаться примерно 394,75 кубических футов травы. Теперь, когда мы узнали объем мест для хранения в фургоне, последний этап – узнать, сколько травы может поместиться в фургоне. Я поискал, и согласно Национальному управлению в области контроля над наркотиками, средний брусок сжатой марихуаны весит 1000 грамм, а его размер 8,5 дюймов на 11 дюймов на 2,5 дюйма. Это значит, что объем 1000 грамм травы равен 233,75 кубических дюймов. Теперь переводим известную нам вместимость фургона из кубических метров в кубические дюймы и делим на объем бруска. Это говорит нам, что чуть больше 2918 брусков могут поместиться в фургоне. Затем умножаем количество брусков на 1000 грамм, ведь это вес каждого из них, и в итоге получается 2 918 195 граммов травы, что равно примерно 3,2 тонн. Итак, кажется, что моя изначальная гипотеза была неверной. Расчеты показывают, что мы легко можем разместить 3 тонны травы в фургоне праведника, и еще останется немного. Это впечатляющая вместительность для фургона, и праведник находит ей применение.
Теперь, доказав, что у праведника в фургоне было 3 тонны травы, пора узнать, сколько все это стоит. В этом случае получить точное число нельзя, ведь цена на марихуану меняется в зависимости от качества, места и покупаете ли вы ее оптом. Сейчас средняя цена травы на улицах Калифорнии равна примерно $265.42 за унцию. Предположив, что ее цена растет так же, как инфляция, по нашим оценкам, средняя цена унции травы в 1992 была примерно равна $146.80. У праведника в фургоне примерно 3 тонны или 96 тысяч унций травы. И он сжег 6984,25 унций травы на ферме. Это значит, что в фургоне праведника трава ценой более $14 миллионов. И он сжег травы больше, чем на миллион. Но не забывайте, это было в 1992 году, так что нам нужно учесть инфляцию, чтобы точно понимать, сколько это будет стоить сегодня. Конвертация говорит, что $14.1 миллиона в 92-м в наше время будет равна $24.6 миллионам. С таким же расчетом $1.025 миллиона сейчас будут равны $1.8 миллионам. В общем, цена всей травы праведника составила бы $26.4 миллиона. Он бы вошел в список 250 тысяч самых богатых людей или в 0.005%, то есть состояние этого человека больше $26 миллионов. Может, этот ролик научил кого-то не судить людей по их внешности. Лично я уяснил только то, что выращивать траву невероятно прибыльно. И, пожалуй, стоит бросить колледж. Спасибо, мужик. Вот твои деньги. Кармический круг замкнулся. Вот такая вот математика, друзья. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Это очень важно для нас. Ну и напишите в комментах, как оно.